Привет всем подписчикам и тем, кто просто смотрит это видео. Пришли мне еще три такие солнечных пауэрбанка. Абсолютно такие же, с теми же характеристиками, что и у предыдущего. Но батарея у них чуть-чуть потоньше, но занимает все свободное пространство в корпусе. Вот, и мне стало интересно, сколько же отдаст эта батарея, какую имеет емкость. Ну, я уже заблаговременно протестировал. Вот, провода здесь тоньше, у того были толще. А так, в принципе, сделан он практически одинаково. Вот, сейчас мы разрядим левый 5 амперами. А правый 10 амперами. Сразу скажу, что емкость у этих батарей такая же, как и у той батареи, имеющей меньший размер. Вот. Сейчас посмотрим, сколько отдаст. Сделаем сейчас замер тока, который отдает солнечная панель в аккумулятор. 50 миллиампер. Вот тут еще стекло, если на улице будет чуть побольше, но не 200, как заявлено, уж точно. Температура ощутимо возросла у этого аккумулятора, градусов 45 на 50. Но этот еле ощутимо тепленький. Чуть-чуть такой тепленький. Ну, этот прям реально горячий. Надеюсь, не пыхнет. Ну вот, разрядка закончена. Этот я поглубже разрядил. Там еще раз поставил 1 ампером разряжаться. Так как было 10 ампер, и при 1 ампере он отключился. Ну, мы как видим, в этой части графика очень маленькая емкость содержится. Что свойственно литиевым аккумуляторам. Этот я поэтому не стал уменьшать ток. Ну там, может, чуть-чуть больше было бы, конечно. Но в целом вот 4, можно сказать, 4 ампера отдают аккумуляторы. Чуть-чуть больше, чем в тех пауэрбанках. Спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Всем пока!